Verse 20. 20 стих. But this is not the lesson you learned from Messiah. Verse 21. If you had really listened to him and were instructed about him, then you learned that since what is in Yeshua is truth. 20-21 стих. «Но не тому вы научились у Мессии. Если вы на самом деле слушали Его и получили знания о Нем, то должны были понять, что все в Йешуа – истина». So, if you're going to be involved in counseling, таким образом, если вы занимаетесь консультированием, it's also very important that you go through these things also in your own life. Очень важно, чтобы вы проходили эти вещи в вашей собственной жизни. Because okay, we're all broken people, we all have different issues. Да, мы все, у нас у всех есть проблемы, у нас у всех есть сложности, мы все ранены. But we need to heal ourselves. Но мы должны or allow God through His Holy Spirit to heal. Позволять Духу Святому, Божьему Духу исцелять нас. And therefore we need to also see this process in ourselves. Мы должны видеть эти процессы в нас. And we can see also that the unsaved world cannot really help us. И мы должны понимать, что неспасённый мир, он нам не сможет помочь. Because their way is not the way of Scripture. Потому что их пути — это не пути Писания. All of these things that you see here are actions which involve their own life, but they involve relationships with other people also. Все эти моменты, они включают в себя нашу жизнь, но также взаимоотношения с другими людьми. And for this reason, there is so much problems in the world today. И по этой причине очень много проблем в мире сегодня. Okay. Okay. In the next verses following the what you could word as the put on verses. Далее 24 and following. Okay. Далее следуют стихи, так называемые стихи, которые говорят о том, во что нам нужно одеться или облечься. Okay. We understand very clearly that when we want to live this life, мы должны понимать четко, что если мы хотим жить такой жизнью, we will need the help of God himself. Мы нуждаемся в помощи самого and Господа. We know that there will be opposition from the enemy. И мы понимаем, что нас ждет противостояние врага. Okay, let's read Ephesians 6:10-20. Very well known text, but we're going to look at it slightly different angle. Ефесянам 6 глава с 10 по 20 стих — это довольно известный отрывок, но мы прочтем его с другой точки зрения. Okay, if you just read this one in Russians, Ephesians 6:10-20. С 10 по 20 стих. Наконец, возрастайте в силе. Возрастайте в силе в союзе с Господом, в союзе с Его крепостью и могуществом. Используйте доспехи и оружие, данные вам Богом, чтобы вы могли противостоять коварной тактике противника. Поскольку мы ведем борьбу не против людей, но против правителей, властей и вселенских сил, управляющих этой тьмой, против духовных сил зла в небесных сферах. Итак, возьмите все боевое снаряжение, предоставленное вам Богом, чтобы вы могли дать отпор, когда наступит день зла, и чтобы вы, выиграв битву, могли устоять. Поэтому стойте, пусть ваши чресла будут припоясаны истиной. Облекитесь праведностью, как броней. Обуйтесь в готовность нести добрую весть о шаломе. Всегда держите наготове щит веры, при помощи которого вы сможете отразить все пылающие стрелы лукавого. И возьмите шлем избавления и меч, данный Духом, то есть Слово Божье. Во всякое время молясь всевозможными молитвами, прошениями в Духе, неустанно и настойчиво за весь Божий народ. Молитесь также за меня, чтобы всякий раз, когда я соберусь сказать что-либо, мне даны были слова, которые я мог смело провозглашать, чтобы я мог смело провозглашать тайну доброй вести, ради которой я посланник в оковах. Молитесь, чтобы я мог говорить со смелостью, как и следует. Thank you. Our connection with Yeshua is so important that is brought straight away in the beginning here. Наша связь с Иешуа очень важна, и в начале об этом говорится. Okay, you may ask yourself the question, what on earth does this have to do with pastoral care or counseling? Может быть, кто-то задается вопросом, какая здесь связь с пасторской опекой или консультированием? Okay. The
concepts here which we need to understand. Но здесь есть определенные концепции, которые нам нужно понимать. Okay, use all the armor and weaponry that God provides. Мы должны использовать все, все оружие и все облачение, которое Бог нам дает. God is ready to give you everything that you will need to help someone. Бог даст вам все необходимое для того, чтобы помочь нуждающимся. But you need to take it. Но нам нужно это взять. And when you're helping someone, и когда вы помогаете кому-то, then you need to show them what God has provided for them. Вы должны показать этим людям то, что Бог приготовил для них. And if you do that, you will be able to stand, as it says here. Если вы сделаете так, то вы сможете устоять, как здесь сказано. The other thing in verse 13 it says, you will be able to resist. 13 стих говорит, что мы могли устоять. Okay, there is a sense there is a need to resist some of the things that are coming at you. То есть мы нуждаемся также в том, чтобы противостоять определенным вещам, которые нас атакуют. And then in verse 19 it talks about prayer. 19 стих говорит о молитве. Okay. And pray for me too, that whenever I open my mouth, the words will be given me to be bold in making known the secret of the good news. Молитесь также за меня, чтобы всякий раз, когда я соберусь сказать что-либо, мне были даны слова, чтобы я мог смело провозглашать тайну доброй вести. Мы должны это принять для себя. So that we would be effective in counseling. Чтобы мы были эффективны в консультировании. Okay, Paul gives other lists, which you will find in Galatians 5. Галатам 5, там другое перечисление. 16-26. С 16 по 26 стих. And Galatians 3:1-14. И Колоссянам 3 с 1 по 14 стих. Those you can read for yourself. Можете дома прочитать. Okay. Beyond these lists of understanding what we need to clothe ourselves with. Кроме этого стиха, вещи, где говорится о вещах, которые мы должны облечься. It's also very good to take a look at the life of Yeshua. Также, несомненно, нужно смотреть на жизнь Иешуа. To go through the Gospels. Нужно изучать Евангелие. And see how he lived. И видеть, как он жил. How he thought. Как он думал. How he behaved. Как он вел себя. How was he in his relationships? Как он строил свои отношения. What perspective did he have? Какие взгляды у него были? How was his spiritual life? Как проходила его духовная жизнь? From this you can obtain and identify and understand healthy patterns. Отсюда мы можем понять, научиться здравым моделям поведения. To apply to yourself. Которые можно применить к себе. But also to apply to those you want to help. И к другим, которым мы хотим помочь. What does the Bible teach about the areas of change? Чему нас Библия учит касательно сфер изменения или сфер перемены? As they relate to the biblical counseling objective. В связи с библейскими целями консультирования. The different areas of change. Разные сферы перемен или изменений. Can be summarized as follows. Можно разделить на такие категории. Okay, so when you're involved in counseling. То есть можно суммировать таким образом. Когда мы занимаемся консультированием, your objective, your main objective is to help people become more and more like Yeshua. Когда мы занимаемся консультированием, главная цель — это помочь людям стать все больше и больше похожими на Yeshua. So that there are areas in their lives and in your life also which will need to change. И это подразумевает то, что сферы нашей жизни, как и сферы жизни этих людей, должны измениться. So what are those different areas? Итак, что же это сферы жизни? Mentally. Это мышление. The way you think. То есть то, как мы думаем, как мы мыслим. What you allow yourself to think. И то, что мы позволяем себе думать. And what other people try and make you think.
то, что другие люди пытаются заставить нас думать. In this context, one man once said, в этом контексте однажды один человек сказал, you cannot stop birds flying over your head, нельзя заставить птиц перестать летать над твоей головой. But you can stop them building a nest in your hair. Но их можно остановить в том, чтобы свить гнездо на голове. So we need to understand there are certain things that you will not be able to avoid. То есть нам нужно понимать, что определенные вещи мы не можем избежать. Mentally. В плане мышления или мыслей. But you need to stop those things which are not good becoming embedded in your thinking. Но мы можем остановить процесс внедрения этих неправильных мыслей в нашу суть. And then also, of course, when you're trying to help someone. И также и то же самое касается помощи другим людям. Okay, the next area is spiritual. Следующая сфера — это духовная сфера. Spiritual life. Духовная жизнь. Prayer life. Молитвенная жизнь. Fellowship. Общение. Scripture. Писание. All of these are important to your own spiritual life. Все это важно для вашей духовной жизни. But they're also important to helping others. Но также это важно для помощи другим людям. Behavior. Так, следующее — это поведение. There may need to be a great change in your behavior. Возможно, необходима перемена в поведении. The way that you express yourself. То, как мы себя выражаем. Character. Характер. How is your character? Каков ваш характер? Is it according to scripture? Соответствует ли он Писанию? Relationships. Взаимоотношения. Сфера взаимоотношений следующая. What sort of relationships do you have? Какие взаимоотношения вы имеете? Are those relationships good ones? Это хорошие взаимоотношения или do нет? They help you to grow in your faith? Помогают ли они вам расти в вере? Or are they hindering you, stopping или, you? Или они, наоборот, препятствуют вам? And once again, that applies to those you're trying to help. И снова же это касается и вас, и тем, кого, кого вы хотите помочь. Which areas need to be changed. Нужно определить, какие сферы нужно изменить. And then help them to change. И помочь изменить эти сферы. It is in these areas that you can explore and seek out for yourself, but also for those you're going to help. То есть в этих сферах нужно понять, какая помощь нуждается, в какой помощи нуждаемся мы и как мы можем помочь другим людям. To locate the places where you're deficient, where you're not reaching. То есть определите сферы, в которых вы не достигаете цели. And so that you can bring healing. Для того, чтобы принести исцеление. Okay. Help. Помощь. Hope. Надежду. Encouragement. Ободрение. Instruction. Наставление. And correction. И исправление. All of these areas. Все эти сферы. Need to be addressed. Нужно рассмотреть. Okay, we're going to move on. Пойдем дальше. To the cycle of change. И поговорим о цикле перемен. Okay. Knowing the cycle of change will reduce greatly the frustration you experience as a biblical counselor. Когда мы понимаем цикл перемен, это избавляет нас от разочарования, которое мы можем иметь, когда не происходят какие-то перемены в жизнях людей. Okay, I'm going to give you a description here, a little story or description or a. Дам определенное описание или историю, чтобы было понятно. There was a man named Jack. Был человек по имени Джек. He loved to party and to drink with his friends. Он любил веселиться и пить со своими друзьями. He had a nice new car. У него была хорошая, красивая новая машина. He liked to go out and go past all of the different drinking places. Он любил ездить и посещать всякие питейные заведения. Stay out late. Где он просиживал? Come home drunk. Допоздна и потом возвращался пьяным. Go to work with a hangover the next morning. Hangover, headache from drinking. И на следующий день он шел на работу с ужасной головной болью. And the next day, he repeated the same pattern. На следующий день он повторял то же самое.
Other friends and family tried to get him to change. Его друзья, его семья, члены семьи пытались его изменить. To quit drinking, пытались помочь ему избавиться от алкоголизма, изменить его жизнь. Even the family pastor came by, даже появился пастор. But it was all to no avail. Но никакого результата. He would laugh, он смеялся. Brush them off, он их отвергал. Tell them to mind their own business, и говорил, что это его личное дело. Say, quit preaching to me. Он говорил, что перестаньте мне проповедовать. But one night, но однажды ночью все изменилось. He was out with two of his friends. Он веселился вместе с его другими двумя друзьями. And they were partying and got very drunk. И они очень сильно напились. And they started to drive home. И они начали ехать домой. And suddenly disaster struck. И внезапно произошла катастрофа. His car swerved off the road. Машина слетела с дороги. Rolled over several times. Несколько раз перевернулась. And hit a tree. И ударилась в дерево. Jack was able to crawl out of the wreckage. Джек, он смог вылезти из-под обломков. And stop some of the cars passing by asking for help. Он смог остановить одну из машин, которая проезжала, чтобы и попросила помощи. When the wreckage was cleaned up, когда эту уже груду металла разобрали, he was faced with the fact that two of his good friends were dead. Он встретился с реальностью о том, что двое его друзей были мертвыми. Party time turned into funeral time. И вечеринка превратилась в похороны. And that's the night Jack's life changed. И в ту ночь его жизнь изменилась. Stopped drinking. Он перестал пить. Straightened out his life. Он исправил свою жизнь. Got into a relationship with Yeshua. И он начал отношения с Иешуа. What happened? Что произошло? Why didn't Jack quit before? Почему он не перестал раньше? One answer is that he was in the wrong place in the cycle of change. Один из ответов — это то, что он был в неправильном месте, и это был как бы цикл перемен. Now we're going to look at how that cycle works. И мы посмотрим, как этот цикл действует. The key is to determine where a person is in that cycle of change. Ключевым является определить, где находится человек в этом цикле перемены. And to adjust the way that you approach them. И, соответственно, этому выработать подход к этим людям. The first one. Первое. I'm okay. У меня все хорошо. This is where the person sees no need for change. В этот момент человек не видит никакой нужды в изменении. If you ever get involved in counseling, you're going to meet all of these different areas. Если вы будете заниматься консультированием, то вы будете проходить все эти сферы. People are at different stages. Или разные уровни, разные этапы. Things are going the okay phase. Things are going well in their life. То есть в этой фазе у них, им кажется, что у них все хорошо в жизни. Even though some things may be on the verge of happening. Даже если что-то вот-вот произойдет в их жизни. In this phase, don't expect a person to change. И в этой фазе не стоит ожидать, что человек изменится. They don't want to. Потому что человек не хочет меняться. There is no motivation. Нет никакой мотивации для этого. What you need to do, что вам нужно делать в этом is случае? To keep the door open. Продолжать держать дверь открытой. So that when the troubles start, чтобы когда произойдут проблемы, they will know where to go for help. Они будут знать, к кому обратиться за помощью. That's not always easy. И это не всегда просто. If we don't get a reaction or we don't get some response from someone, Если мы не видим никакой реакции со стороны человека, которому мы пытаемся помочь, мы часто этих людей отвергаем и забываем о них.
But we need to keep a contact, we need to keep a door open. Но мы должны продолжать держать дверь открытой и продолжать иметь контакт. The next is what we term the landslide phase. The landslide phase. Landslide? Yes. When it rains very heavily on a hill, then the soil becomes loose and it all slides down. Yeah, I got it, but yes. Let me just figure out how to translate it. Следующая фаза — это фаза, как схождение лавины, вот так вот. This is where the pain begins. Когда начинается боль. The person's life begins to unravel. The person's life begins to get very difficult. То есть жизнь человека становится неразрешимой, очень сложной. They may get fired from their job. Например, человека уволили с работы. They may have bankruptcy. Произошло банкротство. They make poor business decisions. Человек принял неправильное решение в бизнесе. The way they lived ruins their health. Образ жизни разрушил здоровье. The wife or husband gets fed up of the way they're living and walks out. Муж или жена уже не могут жить с этим человеком из-за его стиля жизни, поэтому они бросают его. There is crisis. То есть наступил кризис. The person is in shock. Этот человек находится в шоковом состоянии. He never expected this, or she never expected this to happen. Этот человек не ожидал, что так произойдет. They sort of look around and says, "What did I do wrong?" И человек смотрит и задается вопросом, что я сделал не так. They do not understand that the way that they lived had brought around all of these different issues. И эти люди не понимают, что их образ жизни привел к таким последствиям. They are not yet ready for change. Но такие люди еще не готовы к перемене. Oh, it will be okay in a few months. I will recover and everything will get better. Они часто говорят, что ничего страшного, через несколько месяцев все изменится, все пройдет, мне станет лучше. This is only temporary. Но это временно. Everything will come back in order. Все еще вернется, все устаканится. It may not be that this traumatic crisis has affected them. То есть Это происшествие еще не повлияло на них полностью. They may have a certain dissatisfaction with life. У них определенное разочарование или недовольство в жизни. They could come to a situation where they say, "Is this what life is all about?" Но они могут задаться вопросом: неужели это вся жизнь? Неужели это весь смысл жизни? They may start to realize. Возможно, такие люди начнут осознавать, что они не готовы еще. And they need to come into an understanding that if they continue this way. Но мы должны привести их к пониманию, что если они будут так продолжать и дальше, все будет только хуже. The next phase. Следующая фаза. The denial phase. Это фаза отвержения, отречения, фаза отречения. All sorts of emotions will be set loose at this point in the cycle of change. Все эмоции в этот момент они будут высвобождены. The person will deny the crisis or the wake-up call. Человек начнет отрицать кризис. They will blame others for their predicament. Начнет винить других за происшедшее. Or minimize its importance. Или будет сводить на нет важность этого кризиса. They may even beg or bargain with God. Они даже могут умолять или наоборот ссориться, как бы ругаться с Богом. Or whoever will listen. Но кто это будет слушать? You can tell very often when someone is in this phase, they will say, "God, if you do this, then I will." Or if you do this, I will. То есть например, эти люди часто в такой ситуации, они то, что было сказано, пытаются умолить или умолять Бога, и они говорят, что там, Боже, если ты сделаешь вот это мне, тогда я вот тебе за это сделаю вот так вот в своей жизни.
They are getting ready to accept responsibility. Они уже готовятся к тому, чтобы принять ответственность. But they're not quite ready to let go. Но они еще не готовы отпустить проблему. And they're not ready to see that they need to change on their part. И они еще не готовы увидеть все же, что они должны сами измениться по себе. And it gets worse. Но все, опять же, еще ухудшается. Then you get to the acceptance phase. Следующая фаза — это фаза принятия. Finally they realize. Наконец-то они осознают, that what they're doing simply does not work. Что все, что они делают, просто не работает. They begin to understand the nature of the situation. Они начинают понимать природу ситуации. They realize that they're really in trouble. Они понимают, что они находятся в беде. They realize also that things are never going to be the same. Они понимают, что лучше не станет. The husband or wife is not coming home. Например, муж или жена не возвращается домой. The money is gone. Деньги не вернулись тоже. In Jack's case, his friends were gone. They were dead. Или вот как в случае с Джеком, друзей не вернуть, они умерли. The cycle of change is taking root. Вот этот цикл перемен, он запущен. The next phase. Следующая фаза. Is the searching phase. Это фаза поиска. Everything has got too much. Как бы человек чувствует, что ему с него хватит. Reality is set in. Реальность такова, какая она есть. The person begins to look for a different way of life. Поэтому человек начинает искать другой образ жизни или другой путь жизни. It is at this point. В этот момент. Where intervention in the cycle of change has its greatest success. Как раз внедрение в этот цикл перемен будет иметь успех. Okay, this does not mean that the phases that came before that we don't need to do something. Это не значит, что в предыдущих сферах нам не нужно ничего делать. But it does mean that there is a limited chance of success. Но это значит, что в этих фазах, которые были прежде, возможность успеха очень невелика. But it's like I said, do not desert someone. Do not leave them. Но как я говорил, что не нужно отчуждать людей, когда что-то происходит. Нужно терпение и нужно упорство. I'll tell you a little story from my own. Я расскажу историю своей жизни. Excuse me. We were approached by someone to help a couple. Нас пригласили одни люди, чтобы проконсультировать одну семейную пару. Now, how do I say this? The couple in question, sometimes people came to us and says, well, we know this person, and would you try and help them? Скажу так, иногда люди к нам подходят и говорят, вот мы знаем, что у определенных людей есть проблемы, можете помочь? And we don't know very much about them. Но мы много не знаем об этих людях. In this case, we only had a name and address. В этом случае, о котором я расскажу, у нас было только имя, адрес и телефон. And we called and we said we understand that you'd like to talk. И мы позвонили этим людям, этой паре, и сказали, мы поняли, что вы бы хотели поговорить. And the lady on the other line said, yes, yes, we really need to talk. И женщина на другом конце, она сказала, что да, мы бы хотели поговорить. So we arranged to meet. Мы договорились о встрече. And they came to us. Они пришли к нам. Now, these were business people. Это были люди бизнеса. They had a business in buying and selling houses. Они занимались куплей-продажей домов. They had a beautiful home. У них был у самих прекрасный two дом. Quite good kids. Прекрасные дети. Four cars. Четыре машины. Everything on the outside seemed fine. They had an Audi TT and a Jaguar and yes. Внешне все было прекрасно. Audi TT, Jaguar и так далее. And they came to our home. Они пришли к нам домой. Now, at this point, we had not seen their home. We did not know. Но когда они к нам пришли домой, мы, кстати, еще не видели, как они живут. We had a very small home. У нас был маленький домик. And one car. И одна машина.
But they came in, and the lady was quite talkative. И когда они вышли, то жена, она довольно была открыта для общения. But the man was obviously drunk. Но вот муж, он очевидно был пьян. And he actually fell asleep. И он уснул. While we were talking. Во время разговора. And I was trying to ascertain, okay, what is the situation? We're going through all of these phases. И я пытался понять и как бы дать оценку фазе, в которой мы находились, в которой эта пара находилась. Okay, in one sense the business was going okay. И мы начали как бы рассматривать разные сферы, и бизнес, например, шел хорошо. But their marriage was really in trouble. Но брак был в беде. Because of his drinking. Из-за того, что он пил. And so we talked, and we spent about a year with them coming every couple of weeks. Мы с ними общались, и так прошел целый год. То есть они периодически приходили к нам. We would talk to the wife. Мы общались с женой отдельно. If we could talk to the man, he was in the okay phase, everything's fine, and on and so on. Но когда мы, например, общались с мужем, то он всегда был в этой фазе все хорошо. And every time he would fall asleep. И постоянно он усыпал. We continued to pray with them. Мы продолжали молиться с ними. Eventually they came to the landslide phase. Наконец они вошли в фазу схождения лавины. The crisis began to hit them. Housing prices went down. Начался кризис у них, и кризис в частности в бизнесе. Цены на недвижимость упали. She was being able to see what was going on. Она была способна увидеть, что происходит. But he was in the denial phase. Но он был как раз в фазе отречения. Not really to expect in responsibility. И он не ожидал, не хотел брать никакую ответственность. And at this point, we were really beginning to ask ourselves, is there any point in continuing with this? И мы начали задаваться вопросом, есть ли смысл продолжать? We saw absolutely no hope. Мы не видели никакой надежды. So he went into this phase. Он вошел в эту фазу. Yeah. And eventually everything collapsed around them. И в итоге все просто разрушилось вокруг них. And one day the wife called on the phone. И в один момент жена позвонила нам. And she said, "Can you please come?" И попросила прийти. I don't know what he's going to do. Она сказала, я не знаю, что он будет делать. Apparently he hadn't slept for 3 days. Он не спал 3 дня. And he was getting very agitated, and she was afraid that he was either going to hurt himself or hurt her or the kids. Он был очень сильно возбужден, и она была боялась, что он сделает что-то с собой, с ней или с детьми. So I went. And I went to into their home, as I said, it was a very. Я приехал в их дом, как я уже говорил. And I went into his office, which he had in his home. Вошел в его офис, который and был в его доме. He was walking backwards and forwards. И он ходил over the room, very agitated. Туда-сюда в весьма возбужденном состоянии. Eventually, I got him to sit down. В итоге я все-таки уговорил его сесть. And I started to talk to him. Начал с ним общаться. But he was still not in the acceptance phase. Но он еще не был в фазе принятия. But as I said, he hadn't slept for a few days. И как я сказал, он уже не. Он не спал несколько дней. Он так и сказал: я не могу уснуть. Now the only thing I could think of at that moment was just to pray that he would calm down. И все, что я помню в тот момент, что я молился о том, чтобы он просто успокоился. Я помолился с ним. And he fell asleep. И он уснул. He was asleep for almost a day. Он спал почти сутки. And he woke up. Он проснулся. And he was in the acceptance phase. И наступила фаза принятия. So we went through that phase with them. Мы прошли с ними эту фазу. Now this whole process took almost 3 years. И весь процесс занял около 3 лет. And during that time, we were many times we were thinking, this is not going to work. И
В течение всех этих трех лет были часто моменты, когда мы думали, что ничего не получится. Но мы чувствовали, что в сердце Бог говорит, чтобы мы продолжали. So he came to the searching phase. Потом он вошел в фазу поиска. And he was ready to listen at last. И, наконец, он был готов слышать. And he accepted Yeshua into his life. Он принял Иешуа. And everything began to change. И все начало меняться. Okay, not everything came back the way it could have been. Не все вернулось на те места, как могло быть. But eventually. Но в итоге. This man became, or this couple actually became leaders in one of the churches in Belgium. В итоге эта пара стала. Они стали одними из лидеров в одной из церквей в Бельгии. And a few years ago they moved to Spain. И несколько лет назад они переехали в Испанию. And they've started a church in Spain. И там начали церковь. Invest. Вкладывайте. Sometimes we have to invest, and that investment is not immediately seen. Иногда нам нужно вкладывать, нам необходимо вкладывать, и это не то, что мы можем увидеть сразу. But as I said, he came to that searching phase. Но как я уже сказал, он вошел в эту стадию him, поиска. Reality came in. Он увидел, что он так больше не может, и пришла реальность его жизни. И в тот момент мы были рядом и были готовы вмешаться. And the change began. И начались перемены. He listened, он слушал. He read, он читал. Which was very unusual for him. И это было очень необычно для него. According to what he told me, he said, "I've never read a book in my life." Согласно его же словам, он ни разу не прочитал ни одной книги в жизни. He would read the newspaper он sometimes. Он читал иногда газеты. But he began to read the scriptures. Но он начал читать Писание. And it changed him. И оно изменило его. He became open to advice. Он стал открытым для советов. The time to intervene had come. И время для вмешательства наступило. But it still took time. Но все же на это потребовалось время. The old way of life was always predictable. Старый образ жизни, он всегда был предсказуем. The bottle was always there. Бутылка была всегда рядом. And the temptation. И искушение. And sometimes he even succumbed. И иногда он как бы прибегал к этому. The new things that he was learning were sometimes confusing and uncertain for him. Новые вещи, которым он учился, они иногда были для него странными и непонятными. And we had to learn to go at his pace. И нам нужно было научиться идти его путем. You will have to learn that too. И вам тоже это будет необходимо научиться. To go at the speed which they can follow. Вам необходимо будет идти с той скоростью, с которой люди смогут за вами следовать. We want it all to happen instantaneously. Мы хотели, чтобы все произошло моментально, сразу. Okay. In this phase, you need to make sure that God's way is a clear option for that person. И в этой фазе мы должны показать людям, что Бог — это единственный четкий, единственная четкая возможность для людей в жизни. You will need to rely on the Holy Spirit to help you at this time. И мы должны полагаться на Духа Святого в этом случае. You will need to be tender and compassionate. Нам нужно быть мягкими и сострадательными. Sympathetic to hear what he has to what they have to say. Сочувствующими, готовыми слушать то, что люди будут говорить. But give very clear instruction. Но мы также должны давать весьма четкие инструкции. Okay. With what you've heard before, those are all the instructions that you can use to help someone. То, о чем мы говорили до того, это инструкции, которые могут помочь людям. Okay. Very clear. Очень четкие инструкции. The decision phase. Сфера принятия решения, то есть этот фаза принятия решений. Once the person has decided on and adopted a new course of action. Когда человек решил и начал применять новый образ действий, you lead them into a relationship with Yeshua. Мы приводим этих людей к отношениям с Иешуа.
yeah, I just did something I shouldn't have done. Just one second, I have to get back into my notes. Okay. Decision phase, okay. If they're not already a believer at this point, this is the point where you go into that step. То есть в фазе принятия решения, если человек еще не является верующим, то естественно мы должны его привести к тому, к вере. You then need to help them to put the new ideas, the new behavioral patterns, and to implement them in their lives. И мы должны научить людей иметь новые мысли, новое мышление, новые идеи в их жизни. Be sure to give the person adequate attention and direction at this point. Убедитесь, что вы уделяете человеку адекватное внимание и время в этой фазе. This is where they need it the most, okay? Фактически в этой фазе человек нуждается в наибольшем внимании. So they get on the right path. Чтобы ходить правильным путем. Okay, the next phase may sound a little bit funny. Следующая фаза, она может быть казаться забавной. But it can happen. Но такое может происходить. If you're not careful. Если вы не осторожны. I've turned this the shaky phase. Это такая шаткая фаза. Yeah, fear begins to affect the person in this phase. То есть фаза сомнение или фаза шаткости, когда человеком овладевает страх, что это не навсегда, что это не будет вечно. New ways of acting and thinking stir up anxiety. New ways of acting. Новые образы действия. And thinking. И мышление. Make them anxious. Fearful. Заставляют их бояться. The old way. Старый may путь. Be destructive. Старый путь, хотя он и разрушительный. But for them it held a certain amount of comfort. Но он может нести определенное утешение и спокойствие для этих людей. Predictability. Предсказуемость. And intimacy. И как это? Уединение. Okay. It was familiar. То есть этот путь знакомый. Okay, they understood what was happening. Они люди понимают, что будет происходить, если они пойдут таким путем. Change comes hard. Перемены же они даются нелегким путем. And it's not always easy. Это не так легко всегда. Old habits of thinking and behaving are hard to break. Старые образы они могут разрушить наше сердце. Expect that there will be some periods when it seems that everything is going back, it's being lost. Можно ожидать, что иногда будут моменты, когда покажется, что успех утрачен и человек вернулся в старую жизнь. There is an old proverb which says it is hard to teach an old dog new tricks. Есть старая поговорка, что очень сложно научить старую собаку новым командам. They were settled in their old ways. Потому что эти люди, они уже укоренились в этих старых путях. And it would take a lot of help, и необходимо очень много помощи. A lot of hand-holding. Очень много как бы взаимодействия. Нам нужно держать их буквально за руку. To keep them on the right path. Чтобы помочь им идти по правильному пути. And if you're not, if you're not careful, если вы не осторожны, you can also come into what is known as the dropping off phase.
то тогда можно войти в фазу... сейчас, секунду. Dropping off. Yeah. I'm trying to figure out the proper word. Okay. Let's just go into the thing. Here is where old ways are progressively dropping off. Фазу как бы отмирания или отставания. Это когда старые пути, они начинают как бы сами отмирать. Okay, and they're starting to go into that new phase. И человек входит в новую фазу. Repentance is beginning to take effect. Начинает происходить покаяние. And stopping some of the destruction that was happening in their life. И разрушение останавливается. Let me just see how much more there is here. Yeah, okay, we'll take a break now and then we'll перерыв, а потом продолжим.